Понятно. До свидания. Вижу точку. Блядь, хуй знает, куда ехать. Поехали прямо. Бля, НТР что-то же поглядываю, нет пока. Ну да. Занялся, скорее всего, спать пошел. Вот, ребята. Что-то из-за чего-то подрались, походу. Что, показать тебе, как на город заезжать? Не понимаю, чувак это мимо едет или, блядь? Или он... А, он не был, наверное, у этого спауна. Блядь, да ёбаный твой рот. Самая сильная машина, что тебе не нравится? Угу. Вот я вот сейчас покажу. На любом говне можно вот здесь вот ехать. Ну это по говно, то по-любому, блин, ну туда. А там уже по-любому. Что, ты хочешь в город заехать? Угу, там спавн есть. Зачем? А, есть? Угу. Ну и как ехать? Ну вот. А с той стороны тоже так же, ну с левее, если ехать. Ну вот, по этому хребту можно заехать, вот тут справа. Ой, справа, слева. Короче, вот тут на вот эту хуйню. Вам не проебать, вот это вот дерьмо не врезаться. Угу. И вот так вот. А, ну в принципе, блядь, да, кстати. А если мы едем вот со стороны того же, ну типа вот... Мы там уже спустимся. Который в финале гонки. Там не заедешь ни на чем. Даже ну вот этой залупе, по-моему, не заедешь. Если ну, по жерлу поэтому? Да, на больших машинах можно заехать, а на этих нет. Не тянет они, не тянут. Блять, нихуя себе лагануло. Раз 200. Залупестый, блядь. Как ты любишь RS200-то, блядь. Угу. Не, ну просто разъёб устроить можно было. Да хотя уже разъёб устраивать. 5 минут езжу просто так. Максимум 8 будет. Так, надо вот этот спаун посмотреть срочно. Сейчас раз на туре, блядь. Докакался, блядь. Да, конечно, блядь. Пиздец, даже грань дает. Погнули. Здесь можно вот скорость включать, смотри, большую. И вот так нажимаешь. Если камни приезжаешь. Ты так делаешь? Да. Даже скорость там... сильная машина? Ну да, можно сделать, чтобы не это... Скорость не падала. Двести сорок, блядь, хуяли. Пиздарики, блядь, приехал. Что-нибудь друг друга вызвали, не? X5, хуеть. Надо отсюда подальше съебывать. Там говна он сейчас навернет. Не факт, что мы это не сделаем. Конечно, тоже. Бля, две машины подряд, неужели ничего вкусного не будет? Пиздец, смотри, сколько, блядь. Субарь. А тут? Хуярь. Ну, по факту реально можем нахуй не брать. Это прям вот одна и та же машина. Это поэтому получше будет. Да поехали. Мне кажется, даже внутри побыстрее второго уровня. Ну да. Она разгоняется быстрее, блин.
Что-то есть. Вон два спавна. Лодка. Хуй сейчас будет, смотри. Блядь. Ну, блядь. Чё, твой любимый? Народу мало можно взять. Ну да, знаю. А по дороге можно кого-то зацепить, на тот спавн доехать, смотри. Ну, бронка, мне кажется, еще хуже, блядь. Хотя один раз на бронке выиграл вот эту хуйту. Как раз таки на прыжках, блядь. Дезерфайр все-таки? Да. Заметь, вообще, блядь, что-то больших уровней нет. Эксцессия слабая по уровням. Ну да. Он шестой только какой-то. О, мечта хозяйки, блядь. Сука. Мини, блядь, натуре. Мини Купер, блядь, мини Баги. Мини Эксасет. Вот этот. Чуть-чуть. Что, вышел что? Прикалываешься, что ли? Да не, он упоролся, наверное, в стену. Вот, смотри. Реально вышел. Это баг, походу. Ебать. Нарвался на баг. Сейчас мы этого туда же и вызовем. Да ладно, иди сюда, сука. Да нет, нет, сука, стой. Баба, сколько тут есть? Ой, бля, поймал, ага. Сука, хорошо. Ух ты, ты видел? А в другой катке хуёво было бы, кстати, вот. Не поймала, помнишь, ага. Которую тебя кат не ловила? О, видишь, вперёд уже как. Успел развернуться. Да не-не. Этот дурин поедет через лес. Скорее всего. Да, на другую их, наверное. Бывает. Блядь. Запаниковал Фортон. Видел? Там какие были. Он ебался, да, и сучки ау. Еще нормально отъехал. Веранда, блядь. Ну тут, конечно, сам Бог велел, блядь. Натуре. Бля, кстати, сегодня ее не было практически вообще. Поехали. Да не было вообще измерено. Может, поехать сейчас ебанет восьмерку. Чё, отсюда будет назад гонка, да, правильно, да. Понимаю? Сейчас восьмерку ебану. Они, блядь, они лошары, посмотри, через ебуня едут. Блядь, только не ты, пожалуйста, не лезь ко мне. Не влезет. Не влезла. Давай толкну тебя хоть быстрее поедешь. Еще один. Бля, он проиграл, что ли? Стой, блядь. Прикольный гудок тоже, кстати.
Ушарит, что ли? Блядь. Так и хочешь ты его, блядь. Угу. Ты дура, бля. Да, я дурак, походу. А, нет, не дурак. Не, он тоже въебался. Да вижу я. Он вообще поехал непонятно куда. Бля, я думал, он адекватный. Хуёво. Думаешь, он там не проедет? Он там откинул сейчас. Бля, на дорогу выехал, на дорогу выехал. А, ну это стандартный финиш, да. Что ли, вот этот? Ну там он не, все, не его. Ну да, пожалуйста. Бля, ну по воде меня прям вытолкнуло. Сильно взяло, это в это. Я видел. И сорвало. Флягу, блядь. Блядь, ну смотри, какой пул машин хороший, а. Да ну, ты сейчас резаешь? Бедолага, бля. Сука, я сейчас переживал, реально. Не, ну он мог сейчас выиграть. Ну, бля, еще финалка, что? Ну, девятый есть уже, хорошо. Прикинь. RSRX. Угу. Не взял? Угу. Почему? Да он едет. ГТР быстрее? Да. ГТР 320 едет. Причем легко набирает. Бля, я проебываю. Давайте, ребята. Бля, со стороны. Участок пока, слева поедешь, да? Да. Так вот. То есть ты прям либо жестко направо даешь, либо жестко налево на дорогу. Это финиш, который, блядь, есть отсюда вот. Смотри, как хорошо идет машина. Просто выехал на дорогу. Угу. А здесь вот на это место ебаное. Ну да, что тут? Так вот надо взять. Бля, я бы тут сосок... Ой, этот горб сейчас поймал бы нахуй. Где он? Вот он. Ага, ага. Все-таки перевернулся, блин. Еще раз. Ну, походу, можно, блядь, вообще стоя, нахуй, стать. Они сейчас на корме перевернутся. Нет. Ну, там десятка, что ли, прёт, я смотри. Бля, быстренько набирает за тобой, кстати, чел. Ну да, что я, блядь, не пойму, что это, блядь. Ну, на финише подождём, я случайно. Да ебать, всё, до финиша не будет её. А он тоже летел. Все, 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 остановился, на. Уже пиздец, блядь. Да что такое, да хорошие. Ты про драйв. Прикинь. Охуеть. Охуеть. Давай последнюю. Пиздец ты.
тоже не ожидал, что тут ничего нет. Поедем на ебем систему сейчас. А если это нет, он специально выходит, чтобы со мной не играть. Это там тоже нихуя нет. Пиздец, опять сухота по дропу, блядь, ну что за хуйня? Вообще пиздец. Сейчас знаю на место, где он должен быть. Семерки, смотри, где они их набирают, блядь. Залупа. Сейчас доеду до того места, я покажу. Что-то будет там. Сейчас посмотрим. А вдруг? Он там есть, но туда ехать далеко. Ник Полуэр. Отлично. Блять. Да, приятно. Спасибо, не надо. Ну там до хрена спауна. Видишь? Угу. Ну туда можно не уехать, блядь. Ебануться просто пиздец. Бля, еще и зоны ебенит. Да это плохо. Надо, что экспаты найду. Зону-то я догоню в любом случае. Нет, я имею в виду, а это не влияет на финальный выезд потом? Ну, конечно, влияет, но, блядь, я наберу скорость заранее. Тебе вообще заранее. Теперь нельзя ни секунды, да? Ну, секунду можно. Ну не три точно. Ну да. Да, ну в принципе больше не надо. Тем более какие тут игроки, блядь. Ладно, не забыть про это и все. Спасибо, блядь. Смех, сука. Да иди, блядь. Выйдет. Во. Сейчас выйдет. Да. Или встал, или воткнулся. Вышел. Можно поехать второго взять. Блядь. Да куда мы едем, алло? Заднюю включил, блядь. Он сам же включает, сам управляет. Не, ну заднюю-то зачем включать? Это хуй знает. Это предрассудки, блядь. Вот камень. Хороший, блядь. Сука, как я кормил, блядь. Все закусится, блядь. Нормально. Угу. Он что еще за эту хуйню сейчас заедет. Он что-то вообще смотрит. Он все вышел. А, вышел. Поэтому он и ехал прямо. Тут наш пациент, тут еще один.
Блять, и мне дали экзасет тоже, что я тупанул. Ох, это сладенький, блядь. Я, блядь, задом быстрее ешь что-то. Поехали, блядь, хорош, хуйня заниматься. Давай, следующий, блядь, на выход. Давай это, спам. Блядь, надо было, ну похуй, ладно, сейчас по-другому пойду. Да ты гонишь ее, бразилец. Ты смотри, бразилец поперли. Что, надо было левее ехать? Зачем? Ну типа, чтобы в город не заезжать. Не, я вот так поеду. Да ладно, игра улетела. А, нет, не улетела. Фу, блядь. Там уж девятки поперли, восьмерки. Ну, хороший, смотри. Я походу уже что-то это теряю навык, блять. Его навык. Сука. Не успел нажать. Да, а там сейчас останется, блядь. Сам остался, блядь. Спасибо, блядь, за бревна. Витине. Витя, Витя, надо выйти, блядь. Ой, бля. Чё? Ага, ну да, имба. Найти бы ещё Барселага, блядь. Был вообще охуенно. Не хочется просто так такую машину терять. Да, она из сучки сбивает, охуенно едет, да. Пизда, да. Куда гонка будет? Налево. Блять, не где-то, сука. Я думаю, что-то говно играет, блять. Вон. Гатер. Правильно останавливайся, дебил. О, трел. Чувак поехал. Блядь, лежит просто. Ебать. Ага. Через секстуру, сука. Смотри, какой смелый, блядь, все пизда встал, блядь. Видел? Угу. Он, а я тоже так могу. МГГТ, ебать, имба. Да. Ну, ГТР, слушай, ГТР хорошо словить было. Ну да. Я уже специально обходя восьмой уровень, блядь. На две говняшки не наступить, блядь. Нет, говняшку не дали, как странно. Значит, протрак будет, да? Ой, протрак этот. Трек-хоук. Почему бы не спорт? Ну, тоже плюс. Сейчас теперь найти бы этого чувака. А куда сейчас будет финиш? Назад. Назад? Угу. Он нашел трехок, чувак. По прямой не может быть? Нет. Ну да, сейчас мы... Трелкает. Уебок, блядь. О, это что такое? Ебать, долбоёб, блядь. Проехал, блин. А вот это второй его пациент, походу.
сюда подъедем, типа показаться как точка. Он проехал мимо. Дурак, блядь. Ты видел? Я еще и проебал. Угу. Вон на этой фигне. Да он поехал по горе. Да что торможу, мне еще надо одного убить. Потом какая девятка. Ну да. Можно и на лампе завершить. Фиест пойдет. Бля, успеешь еще одного? Да. Нет. Сука. Наверное, не успею уже. Пидор уезжает, видишь? Сука. Угу. Охотник хуев, блядь. Пидорас, блядь. Не хотел умирать, блядь, не прям. Пиздец, блядь. Пидоры, блядь. Какие-то, блядь, очкошники ебаные, блядь. Откуда будешь начинать? Да, отсюда же. А, ну как в прошлый раз? М? За сколько? 15, 16? Нет, ты чё? Сейчас за это, за 12, наверное. А, тебе же нельзя точно. Ты забыл. Ну вот теперь смотри, сюда, туда ехать на гору. Сука, на гору едем, да? Да. Я пока первый, почему-то. Они совсем плохие. Ебучие камни, блядь. Ну, в любом случае сюда ехать, понял? Ну, по этой дороге, mm-hmm. через дамбу. Потому что направо, что вот сюда. Где они есть, блядь. Я сразу проиграл, да, что-то какое-нибудь. И че, и как ты тут... А, я понял, как ты тут все понял. Там камни где-то. Да. Нам их не надо попадать. Охуенно, бля. Тихо. Да, что-то разгонял. Ну, появились. Хорошо. А там просто еще скакаешь, пиздец как.